Хотите очутиться в атмосфере праздника, увидеть Деда Мороза и Снегурочку, познакомиться со стильными и яркими танцовщиками и, главное, узнать, где можно научиться танцевать. Одесса Fashion Channel сегодня приглашен на новогодний бал. Бал, посвященный современному танцу, организатором которого является танцевальный центр «Марич». Дух соревнования ждет как совсем маленьких танцоров, так и более взрослых танцовщиков. А соревноваться они будут в таких стилях, как диско и бальные танцы в латиноамериканской и европейской программе. Какие стили будешь показывать? Ча-ча-ча, медленный вальс и джайв. И какой твой самый любимый стиль? Ча-ча-ча. Я в Киеве была на чемпионате Украины, первое место уже занимала 2 раза. Ты уже занимаешься? Да. Участвовала на соревнованиях каких? Занимала места? Да. Какие? Первые, вторые, третьи. Как тренера зовут? Анна Анатольевна. Какие направления танцуете? Ча-ча-ча, квикстеп, самбо, джайв, медленный вальс и танго. А какой? Квадратик. Маленький квадратик? А какой самый любимый танец? Ча-ча-ча. А у тебя? Квикстеп. Как давно занимаешься танцами? Где-то с 4 лет. А ты с партнершей танцуешь или сам? Раньше без, а теперь с партнершей. И как больше нравится, с партнершей или без? С партнершей. Занимаемся в танцевальном центре «Марича» уже около 3 лет. Очень довольны, всегда принимаем участие во всех конкурсах. Довольны организацией, уровнем работы с детками. Очень... А у вас преподаватель кто? Непосредственно Сергей Марич? И Сергей Кириллович, и Анна Анатольевна. Какие отношения уже сложились с ними, и у вас с ними, и у ребенка? Очень дружественные, дети их очень любят, обожают, находят общий язык с детьми. Все очень хорошо. Очень. Это ваше первое соревнование сегодня или уже были? Нет, не первое. Уже несколько лет ездим на соревнования, занимали разные места. Есть в вашем арсенале какие-то первые? Или... Есть и первые, и вторые места. Да, уже порядка 10 медалей насобирали. Есть что-то, что хотели бы пожелать центру? Конечно, дальнейшего процветания, новых хороших учеников. Всего самого хорошего. Как давно вы в паре? Месяц где-то, недавно. Уже станцевались? Пробуем. Кто ваш тренер? У нас два. Анна Анатольевна и Лена. Лена. Фамилию скажи, имя. Лена Марич. Сегодня танцевальный центр «Марич» не просто школа танцев. Это центр развития танцевальной культуры. Центр, соединивший в себе целый ряд танцевальных направлений, собравших лучших педагогов. Танцевальный центр «Марич» – это танцы для всех возрастов. Как давно существует танцевальный центр «Марич»? Я занимаюсь бальными танцами с 69 года, уже 47 лет. В танцевальном центре «Марич» есть латиноамериканские танцы, европейские, детские танцы в стиле диско, восточные танцы и современные танцы, стрит-дэнс или уличные танцы, хип-хоп, джаз-фанк и другие. Сегодня мы проводим фестиваль-конкурс бального танца. Новогодний бал 2016, он уже является традиционным у нас, и мы на этом конкурсе собираем всех танцующих детей Одессы, устраиваем настоящий праздник. Как давно танцуете в паре? Я до сих 2 месяца, а она 3. Вы только начали, да, танцевать? Да. Раньше не занимались танцами? Раньше не. Кто ваш преподаватель? Сергей Кириллович и Анна Анатольевна.
И как вам ваши преподаватели? Хорошо. Классно. Какие у вас отношения сложились? Мы хорошо танцуем, и наши преподаватели дуже добрые, нам помогают. Как давно вы в паре? Уже 2 года. 3. На что сегодня рассчитываете? Победу. Ну, да, ну, а если будет, конечно же, не так, как рассчитывали, надо стараться и надеяться на лучшее. Уже участвовали на каких-то конкурсах? Да. Есть уже регалии какие-то? Ну, в первом конкурсе мы заняли 1-е место, во втором – 3-е. Ну, по-моему, неплохо. Желаю вам удачи сегодня. Спасибо. Ученики Сергея Марича сегодня известные хореографы и танцовщики. Ярким примером является Максим Чмирковский, экс-холостяк на телеканале СТБ. Сегодня у него 5 школ танцев по всей Америке. Он также участвовал в шоу «Танцы со звездами» в американской и британской версии. Работает с голливудскими звездами, такими как Джей Ло и Мелани Би. По-моему, неплохо, не так ли? Компетентность и особенные заслуги Сергея Марича в области бального танца отмечаются и на международном уровне. Из ярких примеров – судейство в Корее среди профессионалов в 2011 году, а также почетное судейство в 2010 году чемпионата мира в столице нашей страны. В 2011 году я судил чемпионат по профессионалам в Корее, город Сеул. Судил 11 судей. С разных стран мира, от Украины и судил я. Учредителями танцевального центра «Марич» являются Сергей и Анна Марич. Когда-то на первый набор пришло 22 человека, но уже через 3 года здесь было более 1000 учеников. Все благодаря моим родителям, потому что они всегда очень переживали, поддерживали. В переходном возрасте мне не всегда хотелось заниматься танцами, но они могли меня убедить, и я стала чемпионкой Украины, мастером спорта и финалисткой международных турниров. Я сегодня преподаю, и мне очень нравится преподавать маленьким детям, и я их очень люблю, как своих детей. Танец – это язык тела, и какое счастье иметь возможность выражать себя через танец. Приходите в танцевальный центр «Марич», и вас научат этому искусству с нуля. Хотите испытать такие же эмоции? Записывайтесь. Номер вы видите уже на своих экранах.